Сколько информации запоминает мозг, что нельзя читать и смотреть перед сном и о многом другом рассказали в эту среду работники библиотеки. Это оказалось полезным не только школьникам, но и их родителям. Нового много, информации новой, и очень мне прям понравилось, что было много движения, и вот детям особенно это понравилось, движение, песенки, вот этот флешмоб. Занятия в рамках необычных летних открытий проходят не впервые. Детям уже рассказывали о дне семьи, любви и верности, о мыльных пузырях и о многом другом. Активное участие в занятиях каждый раз принимают и взрослые – мамы, папы, бабушки и дедушки. Все они остаются довольны проведенным временем со своими детьми. Хочу поблагодарить библиотекарей и вообще всех тех, кто организует эти мероприятия, потому что это такое мощное, что-то такое мощное, что заряжает наших ребят. Они учатся чему-то новому, и мы тоже, как родители, учимся. Дети получают новые знания. Они активно принимают участие в играх и отвечают на вопросы библиотекарей. Каждый из них находит для себя что-то яркое и запоминающееся. Мне больше всего понравилось медитировать. Это йога, я даже заснула. Следующее занятие в рамках необычных летних открытий пройдет в среду в 14:00 в библиотеке имени Пушкина. Посетить его могут все желающие. Дарья Турсунова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24.